Всем привет, с вами вновь Фолиот, и мы проходим 19-ю миссию игры Мафия под названием Небольшая Халтурка. Посмотрим брифинг. Вступить. Well, you're certainly right there. So would you do the bank? What about Sam? Hey, you heard him. He's worried about what might happen and the Don coming after. Да, очень интересная причина у Тома. Только потому, что Сальери его использует. Забавно, он все, блин, года эти вас использовал. На благо себе, вы всю работу для него, сделали. Поубивали всех конкурентов, блин. Да и много вообще всяческой работы. Но почему-то только сейчас вам взбрело в голову, что... особенно Тому. Он все-таки больше моральным, в принципе, руководствуется. А Поле, блин, ему надо лавандосов заработать побольше. На мой личный взгляд, у Поле более оправданная причина идти на банк. Банк грабить против. Ну, не знаю, видите, даже он про Сэма Том спросил. Follow me. Take the train. It ain't foggy. Здесь подход. Обычно мы после миссии будем к Лукасу Бертоне, допустим, ехать. Сейчас это перед миссией. Основная миссия у нас, естественно, как вы поняли, банк ограбить. Сейчас мы отправляемся на разведку, скажем так. Ну и нам дадут полюбоваться видами из метро. Все-таки с верхотуры как-то поинтереснее смотреть. В свое время, когда я только вот игра вышла, графически это все выглядело не так, как сейчас уже. В сравнении с современными технологиями. Да, очень было красиво и интересно. Сейчас, конечно, надо все видеть, как текстурки натянутые. Квадратные такие. Устарела игра.
подальше ехать, вот между домов самих. Штрехнуться просто можно. У нас тут самолеты одно время прямо над районом летали, так я тут вешался просто вот летом, пока строили вторую полосу. Живу. Недалеко, даже недалековато от аэропорта. Просто тут гудешь, аж прям стекла прям трясутся. Сквозь даже стеклопакет слышно. Смотрите, как громыхает. И вот они тут живут, люди спокойно себе. И в ус не дуют. Ну ладно. Только доедешь, можно... И вообще, ребятки, спешу заметить, что уже все подходит к концу. Даже как немножко печально, что основную фишку мы уже с вами прошли, всю работу на Сальери, все вот эти вот незабываемые миссии. Эти последние две я бы, конечно, неудачными не назвал, но они больше оставляли мне всегда чувство печали, когда я вот заканчивал уже играть. На закате, скажем, на 19-й, вот 20-й две миссии, они не полезны. Найдем. Good day. И тебе тоже привет. Yes, please. I'd like to take out $5. And your name is? Okay. We'll start here in the morning. We'll run in here and shout that it's a raid. Those two gods will probably just give up. If they want to play heroes, liquidate them. Unfortunately, as soon as they're out of the way, we gotta get the keys to the safe. What's that supposed we'll have to find mean? Out where they are. That's it. I'm through with this bank. I think they'll talk for guns at their heads. You go through that door behind the counter after you get the key. The door leads to a corridor. On the right is a staircase down to the safe and upstairs to the office. If you have the keys, go straight to the safe. Otherwise, you have to get them somewhere upstairs. Downstairs, there will probably be more security guards. You'll have to deal with them alone while I keep everything in check upstairs. Downstairs, there's a large safe which you got unlocked. And you just gotta get the dough and get out. That's everything. Okay. Let's go. You better get out of here. Так вот все просто. Чувак тут прикольно пытался $5 снять со счета. Интересно. Хотя, не, ну это уже $5, это все равно маловато даже уже в те времена. Уже под 40-е годы, 5 баксов, это там в начале 30-х, в конце 20-х годов, там это вот были деньжищи, там $5. После Великой депрессии. I think Lucas would know something. Okay. Try to get something fast. We'll need it. I guess they won't just let us leave. Even if we get out of the bank in time, we could still meet the cops in the city. And how do you want to deal with them? Head to an abandoned joint right in Hoboken.
It has Palmero Club written on the wall. Great. There's still a little problem with guns. I have my own stuff, but you don't. You'll need to get some kind of heater. I think I know a place where you can pick one up. Where's that? It's pretty far. It's probably best to go by train. Get on here and then go to Hoboken. Get off at the central Hoboken station. I'm going the direction from which you came by the train, to the nearest crossroads. Under the elevated railway, there's a road. Follow that and turn left at the next road. You'll see an old movie house called the Twister. At the side entrance, you'll find Yellow Pete's shop. Tell him I sent you. He should have something. I'll do that now. I'll get some weapons, then the car, then I'll stop by your place. Yeah, pull in front of the building and honk your horn. The janitor is always locking the door. I'll come down and we'll go. I'll see you later. Блин, вот это, конечно, глупость нам тут. Вот неужели Поля не мог сам заехать, взять оружие? Хотя бы разделиться. А, блин, нас послать за машиной. Но нет, решили все они сделать. Все наследил на Тома, в общем. Сам поехал домой отдыхать. Да, я, конечно, понимаю разработчиков, что они дают возможность покататься, побольше побыть в игре, все такое, но... Нецелесообразно все как-то. Так, но благо тут все относительно рядом в плане оружия и Лукаса Бертона. Вот только самого по заданию нам придется... Не надо тут дергаться. Так, ну сначала нам надо съездить, поскольку у нас нету ни хрена оружия, нам надо съездить за оружием именно, потому что задание у Лукаса будет с перестрелкой. Сразу вас предупреждаю, так. Не то, что это спойлер, это просто предупреждение, если некоторые там кто-то не знает, или... Ну, в общем, кто-то, если не знает, другого тут не дано. И неожиданно соберется ехать к Лукасу, то может пообломаться, потому что можно получить пулю между одного места. Так, тачку я, конечно, взял не самую поворотливую, но она довольно-таки быстрая. То, что на метро мне туда ехать не очень захотелось, блин, это долго очень. Я пока тут езду, так, вот, кстати, клуб Палермо, хорошо так назвали. В итальянском духе. Город на Сицилии. Так, а вот, собственно, и наш желтый Пит. И, кстати, самое, что еще прикольное, наконец-таки нам тут дают выбор, возможность выбора оружия самому. То бишь, естественно, все это на халяву, потому что, как бы, понимать, денег тут в игре нету, не GTA. И даже не Мафия 2, а это Мафия 1. И это меня радует. Если бы вот имелось бы возможность на протяжении всей игры это делать, я бы с собой Томпсон всегда брал, тупо всех просто перехерачивал бы, и до свидания.
Так, ну, быстренько сейчас едем получать задание к Луке. Традиционно мы его получим, но выполним уже в следующей части. Не хочется мне делать хронометраж еще больше, потому что может лагать программа. Иногда, вот если вы помните, у меня там появляются такие неприятные моменты. Иногда не прописывается хорошо, не прорендеривается само видео. И бывают черные эти вот пробельчики такие, когда вроде звук даже есть, а картинка просто исчезает. А потом и опишется прилично. У меня хоть компьютер мощный, но это уже, честно говоря, я тут даже приоритеты задаю программе довольно-таки высокие. Хотя ладно, не буду я вас техническими этими всякими подробностями